bo'lmagan. Islom tarixida, insonlar tarixida bo'lmagan narsa. Iso alayhissalomni o'ldirish mumkin. Иса алейхиссаламды хачка, крестке осушмаган. Не было такого в истории человечества, не было, что пророка Иисуса якобы убили, якобы распяли, такого не было. Об этом говорит Коран, потому что пророк Иисус, он живой. И из больших признаков конца света он спустится на землю. Мусульмане даже говорят, что он на каком небе. Пока не техник. Он на втором небе. Иса алейхиссалам, он на втором небе. Он спустится. Значит, важная тема, кызык тема. У нас они делают без Аллах Резуалов учу, курып чыкшыны керай. Танышарға бүйдіне керогу. قال الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين آيات سورة آل عمران третья سورة 52 53 54 آيات إمام 52 53 54 آيات 3 سورة آل عمران В этих аятах сказано, когда Иса алейхиссаламу было дано, что некоторые люди будут противостоять пророку Иисусу, Иса алейхиссаламу, что некоторые люди нападут на него, Иса алейхиссалам собрал своих учеников. 12 учеников собрал. И он сказал, кто из вас готов принять мой облик? Он сам предложил. Узе тахдим итте, узе таклиф итте. Кім мәні юзімге оқшаш, юзіні қабыл қылышға разы. Самый последний ученик, молодой, недавно принявший ислам, он сказал, я. Иса алейхиссалам хотел, чтобы из взрослых учеников кто-то согласился. Второй раз предложил. Все молчат, только молодой говорит, я. Иса алейхиссалам хочет, чтобы кто-то из старших учеников, он третий раз предложил. Все взрослые молчат, только младший говорит, я. И тогда перед ними, перед всеми, самый младший ученик, лицо ученика стало похоже на лицо пророка Иисуса. Лицо. Ему было дано сходство лица пророка Иисуса. А тело, рост отличалось. Просто лицо стало оно немножко похоже на лицо пророка Иисуса. Даже все видели, вот 11 учеников, они видели. Они видели, перед глазами это произошло. Кто это рассказывает? Абдуллах ибн Аббас. Где об этом сказано? Сунан аль-Кубра имам ан-Насаи. Это достоверно. После этого что сделали? Поймали ученика и убили его. Кого убили, значит? Ученика. Но там есть иудейская подача. Говорят же, Иуда предатель. Якобы 11 ученик, якобы он продал Иисуса, говорят, за 11 монет. Это уже иудейская подача. Поняли? Они же говорят, 11 копеек, и не просто они 11 копеек. Говорят, Иуда предатель. Говорят, нет. 4000 иудеев они ждали, как бы поймать Иисуса и убить. Но убили кого? Не самого Иисуса, кого? Ученика. Даже Марьям, алейхиссалям, мать его пришла и посмотрела на тело кого? Ученика. Она сказала, тело, говорит, вовсе не похоже. Но лицо, говорит, что-то похоже. Но тело, говорит, оно не похоже. Перед глазами, перед всеми этими учениками Джабраил, алейхиссалям, вот так поднял пророк Иисуса. Бейтуль-Махдис. Ученики видели это, вот так, видели, как его наставника, посланник Аллаха Иисуса, вот так на него поднялся. Курып-турган. Шагиртлар курып-турган. Но вот именно 11 ученики потом со временем, они вера отступили.
Они сказали, он сын Бога, из-за этого он вознесся на небеса, и вот так вот так вот так пошло. А Иса, алейхиссалям, что он делал? Он призывал людей к исламу, к единобожию, чтобы люди поклонялись кому? Аллаху. استمر أكثر بني إسرائيل على كفرهم وضلالهم وعنادهم. Многие иудеи, они отрицали пророчество пророка Иса, алейхиссалям. Они думали, что после Муса, алейхиссалама, никто не может прийти новым религиозным законом. Они думали, что шария, Муса, это до конца света. Они думали, Муса, это самое главное, все. Его законы никогда никто не отменит. Они вот так останутся неотменными, они так думали. Из-за этого многие иудеи по сей день ислам не принимают. Они придумали, сами придумали золотое правило. Они говорят, шариату Муса, бахияту иля яуми кияма. Они так говорят. Иудеи говорят, законы Моисея неотменно останутся до судного дня. Они так говорят. Они же сейчас кого-то ждут, да? В итоге 4000 людей заговор устроили, сказали, Иса говорит, никак не может быть лучше Моисея, не могут отменить его закон. А Иса, алейхиссалям, у него были новые законы, которые отменили некоторые законы Моисея. Вот это им не понравилось. Поняли? Иудеи сказали, как говорит Иисус может отменять закон Моисея. Как? Вот это им не понравилось. Возгордилось что? Высокомерие. Сначала было непонимание, оно перешло к чему? Высокомерию. Это переходит к чему? К отказу. Это приводит к чему? К убийству. Видите, как поэтапно шайтан увел. Поэтапно. Люди обмануты шайтаном. Нельзя же говорить. Нельзя же. Не зря же так говорят. Люди обман шайтан. Видите, как сначала в недоразумении. Они не поняли. Как? Это просто тот посланник Аллаха, а это посланник Аллаха. У каждого посланника Аллаха бывает новый закон. Это надо было здравым умом принять. Соф ахлбен тоза юрадлян хадул кышкиш. Значит, они не поняли. Это переходит в высокомерие. Высокомерие перерастает к чему? Отказу. Отказ приводит к чему? К убийству. И они заговорили. 4000 людей заговорили. Сказали, все, мы окончательно решим, убьем кого? Иисуса. А в это время Иса, алейхиссалям, находился где? В мечети. Байтуль Махдис. В дальней мечети. Прямо в молельной комнате. 12 учеников. И он все это рассказывал. Передавал. Перед ними Иса, алейхиссалям, подняли куда? На второе небо. وآمن بعيسى عليه السلام القليل. Очень мало людей уверовали кого? Иса. Само рождение пророка Иисуса это удивительно. Само рождение. Само рождение. Без отца же родился. А но Адам алейхиссалам он еще удивительный. Алейхиссалам. Из-за этого в Коране что сказано? Инна масала Иса инда Аллахи камасали Адам халакаху мин турабин сумма кала лаху кун фаякун. Иисус, Иса, он как Адам, без отца родился. Иисус, он родился, пришел на свет как Адам, без отца. Отасыз дуньяда келген. Адам еще удивительный. Почему? Потому что он без отца, без матери. Создан был из земли, из райской воды. Аят напоминает, люди, вы удивляетесь над тем, что Иса без отца пришел на свет. Но есть еще удивительный. Это пророк Адам. Адам пайгамбар ул тагда булай нерса гибратли. Тагда кшли. Ния, чунки Адам пайгамбар туфрактан. Жирный туфрагынан хамда ужмахтаги джаннаттаги суда. Ва кана минхум таифатун салихатун кану лаху ансаран ва а'ванан каму би мутабаатихи ва нусратихи
وإعانته على نشر دين الإسلام الحق الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليدعو إليه. Но при этом за пророком Иисусом, Иса алейхиссаламом, последовали очень мало людей мусульман. Не все уверовали, не все израильтяне уверовали. Мало кто, кому дано уверовать. Как во время Нуха алейхиссалама. Так же из семейства Нуха алейхиссалама, в пророчество Нуха алейхиссалама, его жена не уверовала. Жена пророка Нуха, она не уверовала. Нуха алейхиссалама хатана, имансыз вафат етті. Нух алейхиссалам 4-й оғлы Канаан, имансыз вафат етті. Всего лишь трое сыновей уверовали. Сам, Хам, Яфис. И среди сыновей для Нух алейхиссалама самый старший был очень любимым. Сам. Из-за этого Нух алейхиссалам за него прочитал благо барака. Сам, Хам, Яфис. Вот трое сыновей Нух алейхиссалам, которые уверовали в него. И из их жен дети появились на свет. Нух алейхиссаламдан кемага 80-дан артык адам чыккан. Бүттүн башлы пайгамбарга бар йогу 80-дан артык адам иман болду. То же самое здесь повторяется. С кем? С Иса алейхиссалам. Не все Бану Исраиль, израильтян уверовали. Не, очень мало. Но при этом они следовали за кем? За Иса алейхиссалам. Распространяли ислам, правильный учение ислама. ولما اخذت دعوته تنتشر ويكثر اتباعه ومناصروه حسده اليهود. Когда последователей Иса алейхиссалама стало больше, люди начали уверовать в него, в Аллаха, в его пророчество, также у него вокруг него уже собрались уже мусульман, уже, да, коллектив мусульманского общества появляется. Хасадаху льяхуд. Иудеи начали завидовать. Хасад как бы льяхуд. Хасад. وَتَآمَرُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا يُدَبِّرُونَ مَكِيدَةً لِقَتْلِهِ وَتَخَلُّصُ مِنْهُ. Тогда они задумались, как бы за один раз от него избавиться. Они уже начали строить план. Они начали уже думать, как бы убрать его из него. Как бы с ним прикончить? Как бы его остановить? Чтобы его учение, чтобы призыв к исламу приостановить. Понимаете? Это не только, как говорится, с рядовым мусульманином, который ради Аллаха правильно обучает, призывает, происходит. А еще люди противостояли кому? Самим людям, самым таким хорошим людям, пророкам. Это страшно. فوشوا به إلى بعض ملوك الزمان إلى بعض ملوك الزمان وعزموا على قتله وصلبه. И тогда люди что сделали? Они начали ехать к большим королям, правителям. Мы сейчас называем кем? Канаан. Они начали выходить уже большим людям. Зор-зор падышахларга, хужаларга, яхудлар чыптылар да фитнаны ойлап таптылар. Нинде фитна? Гисаны битирерге. Гиса пайгамбарны тиярга, аны исламга дагъватын токтотарга деп яхудларны өзе зор-зор шушу замананы падышахларга барып, бу маган акиятларны айтып, падышахларны Гисага каршы койдылар. Душман этеп койдылар. فأنقذه الله تبارك وتعالى من مكيدتهم ومكرهم ورفعه إلى السماء من بين أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه. Тогда Аллах сохранил своего посланника, пророка Иисуса Иса алейхиссалам. Когда уже правители начали уже думать, как бы убрать Иисуса, как бы остановить Иисуса. А уже планы были созданы, планы были составлены. Как бы убить Иисуса, остановить призыв к исламу. Тогда Аллах повелел ангелу Джебраилю, чтобы он спустился на землю и поднял пророка Иисуса, Иса алейхиссалам, на второе небо. И ничего осмотрел.
один из больших признаков конца света. Иса, алейхиссалам, он спустится на землю. На земле он будет жить 7 лет. Во время Иса, алейхиссалам, Иисуса, баракат, благо, которое было во время Адама, алейхиссалама, он вернется на землю. Баракат, который был во время Адама, алейхиссалама, вернется на землю. Иса пайгамбар вақытында, Адам пайгамбар вақытында болған баракат жерге қайтқан. Это сказал пророк Мухаммад. Одна корова может накормить одну большую улицу. Мусульмане, которые будут жить в одной большой улице, могут питаться молоком одной коровы. Баракат, который был во время Адама, алейхиссалама, он вернется во время Иса, алейхиссалама, когда он на землю спустится. Основная цель спуска пророка Иисуса, это вы сами знаете. Он должен убить кого? Даджаля. Также он должен убить кого? Даджаля. Даджаль на русский язык перевели и говорят антихрист. Мы так никогда не скажем, это неправильно. Почему? Само слово Христос, старое латинское, означает распятый. Поняли? А мы мусульмане, мы убеждены, пророка Иисуса не распяли, не убили. Иса, алейхиссалам, вот так не убили. Джабраиль, алейхиссалам, его поднял на небеса. Коран говорит, что Иисуса не убили. Коран говорит, Иисуса не распяли. Из-за этого нельзя говорить Иисус Христос нельзя. Надо сказать, пророк Иисус, посланник Иисус. Слово Христос забыто. Анлашыламы? Христос сөзін ішлатмағыз, қолланмағыз, пайдаланмағыз. Анлашыламы? Матур сөйлеймін деп, матур сөйлеймін деп, яңлыш сөйлеп қоймағыз. Вы думаете, будете красиво говорить? Да? Как настоящие носители русского языка не получится. Мы все не русские. Лучше правильно говорить. Өзіні қысқан бай болады дейді, өзімізді қысып, тоғыры-тоғыры дейді. Пророк Иисус, мы скажем. Пророк Иисус. Сура Ан-Ниса, 4-я сура, 4-я сура. Кала Аллаху Та'ала, хикаятан анхум, ва каулихим, инна катална ал-Масиха Иса бн Марьяма, Расул Аллахи, вама каталуху, вама салабуху, ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النساء سورة 157, 158, 157, 158, 157, 158, 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
скажет: «Инна ватанна аль-масиха Иса ибн Марьяма Расулаллах». Иудеи скажут: «Мы обязательно, бессомненно, естественно, убили кого? Иисуса, сын Марьяма, посланника Аллаха». Иудеи так заявят, они так говорят: «Мы убили Иисуса, убили посланника Аллаха, убили Иисуса, сын Марьяма». Они так говорят, они говорят, они. «Вама каталуху», Коран говорит, но они ведь не убили его. «Вама салабуху», и не распяли его. Коран айтад: «Яхудлар Иса пайгамбарны ультирмадилар, аны тарига булай осмадилар». Хоч деп айтылады өзбек тілінде, крес хоч болады. Бұл заманауи өзбекләр крес сөзіні білмей қалды. Өзбек тілінде хоч болады. «Вама каталуху», яхудилар Иса пайгамбарны өлдірмадылар. «Вама салабуху», хочке креске осмадылар. Бір қашанда ұмтырмағандар ғисаны, бір қашанда нәрсе шул креске тәріге осмағандар. «Валакин шуббиха лахум»,
Но они убили кого? Ученика, похожего человека на Иисуса. Коран говорит. Те, которые спорят, даже они сами сомневались. Те, которые спорят, мы на самом деле убили или нет, они что? Они спорят. Одна группа говорит, вы не убили. Вторая группа говорит, нет, вы убили. Они между собой спорят. Ма лахум бихи мин илмин илля тибаа зан. Они говорят, кроме как сомнению, ничему другому не следуют. Они только следуют чему? Своим предположениям, своим сомнениям. Достоверно у них ничего нет. Убежденности нет. Анах ишан чьогуля. Иса пайгамбарды ульдирдик деген анах ишан чьог. Улар фақат тахмин гуманларга ергеш. Фақат узларын нарса уйларына ергешелар. Onlarda bir tege katıgı bulay tege toktan fikir yok onlar biz dürüst öldürdük degen yok. Belkim degen sözge ilgeçiler. Kur'an ayta وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Они однозначно не убили кого Иисус. Kur'an ayta İsa peygamberini Yahudiler bitirmediler. Bir de şik yok, bir de şüphe yok. Bir de şik yok. Kur'an ayta بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Наоборот, Аллах повелел ангелу Джабраилу, чтобы ангел Джабраил поднял пророка Иисуса куда? На второе небо. Кур'ан айтсын. Бәлки Аллаху Азза ва Джалла амр кылды Джабраил фариштеге. Джабраил фариште Иса пайгамбарды кайерге көтөрдү? Османга. Кимче Османга көтөрдү? Значит, мы познакомились. Куран билан биз таништык. Эйвин. Иса пайгамбар хазыр у тирик. Пайда экен у икинчи кукфа. Пророк Иисус, он живой, он в бодром состоянии, он не спит, в бодром состоянии, он молится на втором месте. Вот на этом заключается акида ахли сунна валь джамаа. Если кто-то говорит, что якобы Иисуса убили, то скажите, не-не-не-не. У нас в Коране сказано, его не убили. Он нашла мы? Боламызга да, агар шулай түге дүрүс булмаган маалыматны тыгарга тырышса айтабыз, балам токта. Биз мусулман кишиси, бизни Куранда айтылган, Иса пайгамбарны Джабраил фаришта экинчи кукка көтөргөн. Иса пайгамбар ул бенде. Эйвел, Аллахны пайгамбары илчиси деп баламызга дүрүс нерсени уйлатарга тийишмиз. Мы обязаны правильно воспитывать своих детей. Мы обязаны. Бизде бурч бар. Не просто это в школе история религии, нет, там надо контролировать. Баланы мактепке жибарып, бишли алып кайтса, ах, айбеткина деп, маңлайына бұл, кистесіге 100 сом ақша тұғып, ах. Ол бишліні ненді предметтен ала, оны сізге қарар бұл. Надо правильно воспитывать. 124 тысячи пророков, все они мусульмане. Ислам, религия, всех пророков. Парча пайғамбарны дейді ислам. Муса, он был мусульманин. Он никогда не призывал людей, чтобы они поклонялись какому-то корову. Нет. Иса, он мусульманин. Он никогда не призывал людей, чтобы они поклонялись кресту. Нет. Иса, алейхиссалам, он говорил, о, люди, поклоняйтесь Аллаху. 40 дней же было у него. 40 дней новорожденных. 40 дней. Так же? 40 дней. 40 кульмик бала суйлана. 40 дней. 40-дневный ребенок заговорил. 40 кульмик бала гатра. В истории человечества семеро детей новорожденных, они говорили человеческие речи. Калыбы. Етте бала ислам тарихында бишикте гатра. Жиде сабы бала бишикте суйлана. Алейхиссалам. Среди них кто? Иса алейхиссалам. Иса алейхиссалам что сказал? Первый слово. Кала инни абдуллах. Он сказал. О, израильтян, я являюсь рабом Аллаха. Бандаи худа говорит. Худаны бандасы.
İsa aleyhisselam 40 günlük sahabi bala zor kişi söylegen kılık söylegen. Ey kişiler men Allah'ını bendesi diyor. Ya Rab Allah'ı men Allah'ını bendesi men diyor. İsa aleyhisselam ne сказал? Ya являюсь сыном Бога. Нет. Он сказал я раб Аллаха. Люди удивились. Почему? Марьям ей было 13 лет. 13 лет. Девушка. Молодая. Девушка. У нас сейчас 13-летняя девочка считается. Девочка. Даже не девушка, девочка. Но в теплых краях это считается как по-нашему 23. 10 лет разница есть. Она замуж не выходила. Марьям, она замуж не вышла. И Джабраил, алейхиссалям, перед ней вот так явился в виде молодого, красивого, здорового человека. И сказал, о, Марьям, ты родишь ребенка. Она испугалась. Сказала, я прошу у Аллаха сохранности от тебя, если ты богобоязнен. Джабраил, алейхиссалям, сказал, я являюсь посланником Аллаха. Я принес тебе хорошую новость. Ты родишь ребенка. Она сказала, я как могу родить ребенка, если замуж не вышла? Сейчас закончу потом. Тогда Джабраил, алейхиссалям, принес душу Иса, алейхиссаляма, душу. И вот так подул. Душа через воротник, вот так. Через воротник, через рот. Куда попала? В матку. В матку. Никакого не было, полового акта не было. Джабраил, алейхиссалям, душа Иса, алейхиссаляма, принес и ближе к верхней воротнику. Куйлагина Йокаса. Вот так взял, подул. Расстояние было. Оралык булган, масофа булган. И душа Иса, алейхиссаляма, через рот Марьяма попала куда? Бачадон, говорит. Так же матку попала. И ребенок разделился. Срок беременности тоже спорный. Хамила вахтиям ихтилафна. Большинство ученых говорят, как все женщины, 9 месяцев. А есть ученые, сказали, через 9 часов она родила. Она родила, ребенка принесла, и все удивились, сказали, «Я Марьям, о Марьям, ма кана абуки мраасу». Твой отец не был зинакар, прелюбодеев не был. «Ва ма канат уммуки багия». И мать у тебя тоже зинакар не была. А ты о ней была, это никахлы кыши еды, зина ишламаган еды. Пайдан был Валадик Сурахан. Откуда это ребенок? Фа ашарат илай. Она вот так указательным пальцем показала на кого? На Иса, алейхиссалам. Новорожденный ребенок, кыркульник. Он заговорил человеческой речи. Я прыда, суйляда. Кала инни абдуллах. Он сказал, я являюсь рабом Аллаха. Это муаджиза, это чудо. Иса, алейхиссалам, он признал свое рабство. Узны бандалигин этрафан. Из-за этого скажем, Иса, алейхиссалам, он раб Аллаха. Он человек, посланник Аллаха. Не сын Бога, не часть Бога. Нельзя. Это ширк. Нельзя так говорить. Это противоречит тавхид. Это противоречит ля илляха илляллах. Это противоречит куль хуа Аллаху ахад. Это противоречит. Мы скажем, Иса, посланник Аллаха. Его не убили, не распяли. Мы должны это говорить. Если мы об этом не будем говорить, Аллах согласен, мы скажем, наши дети растут. Так же? В школу ходят. Так? Так. Мы же в Саудиарабстане живем же. Так? Так. Хоть Татарстан все равно мы в составе нашей любимой России. За это мы должны говорить. 124 тысячи пророков, все мусульмане. Туда и Иисус, и Моисей входят. Амашлама. Барак Аллаху фикум.